Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях у питомниковода, питомник Терика и ландшафтного дизайнера Ольги Чененковой. Вы просили, чтобы мы сняли обязательно весеннюю обрезку роз. И сегодня наш первый в этом году, наверное, выезд за город. Поэтому мы находимся у Ольги на даче. Точнее, место постоянного проживания. Ольга, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Андрей. Очень здорово, что наконец-таки у вас уже так мало снега. Чем не могу я похвастаться, но мы уже можем вовсю заниматься весенними работами, потому что у многих работ довольно-таки много, потому что и кусты переломало, и деревья переломало. У вас, смотрим, ущерб минимальный. Ругозы вообще у вас в шикарном состоянии. Да? Да. Поэтому их любят. Отлично. И приступать к обрезке вообще можно, вот хотел бы по срокам. Заниматься этим можно вот уже с апреля и до какого момента? На самом деле мы этим начали заниматься, как только нам позволила погода и появился хоть какой-то первый плюс. Почему? Потому что много растений, и растягивать обрезку просто физически тяжело. Плюс был высокий снег, на нем можно было стоять, и ты находился выше, было легче резать. Поэтому нет, здесь нет такого понятия. Ругозы выдерживают температуры, вернее, все розы выдерживают до минус 5. Про ругозы даже говорить не стоит, да? Но все-таки лучше резать при плюсовой температуре. Меньше ломается древесина, да? Легче резать, скажем. И самому комфортнее это делать. Поэтому как только начинает позволять погода, это можно делать. Другое дело, что, например, финны, они даже рекомендуют чуть отодвинуть обрезку. То есть не надо бояться, если вы рано ее не обрезали. Потому что уже хорошо видны почки, сильные почки. Они даже говорят, что лучше резать, когда на березе раскроется листочек по размеру, как мышиное ушко. Да, есть такое понятие. Но все-таки, если мы затягиваем с вами время обрезки, мы и позже получаем побеги, да? Потому что мы с вами будем опускать крону, а первые просыпаются почки, которые выше. И, соответственно, когда мы еще раз ее опустили при обрезке, то просыпаются более нижние. Это надо время на это потратить. А мы хотим в наше короткое лето, чтобы кусты зацвели как можно раньше. Поэтому я считаю, что у нас лучше начинать обрезать как можно раньше, а уже какую-то, может, еще дополнительную корректировку можно провести в более поздние сроки, когда там будут мышиные ушки. Да, но если уже там тронулись, например, почечки, люди приехали на дачу поздно, например, не страшно, если это будет производиться уже, когда проснулись почки? Нет, это не страшно. Кстати, не это страшно. Для многих растений это не страшно. Просто надо понимать последствия, что все слегка отодвинется, не более того. Ну, получите вы там, может быть, поменьше волн цветения. И так они у нас не всегда все бывают, из-за погоды случаются. Все прекрасно, тогда предлагаю не затягивать, приступить непосредственно к обрезке. И сейчас мы сменим план, чтобы вы все видели, как работают ваши профессиональные руки, что в каком месте резать, чтобы вы прокомментировали, как именно, чем. Да. Вот, и, возможно, как стерилизовать инструмент, если нужно это делать. В общем, сейчас все будете нам комментировать на практике. Ольга, да, хотел вас, во-первых, спросить, то, что мы сейчас будем делать, вот обрезку вот этой вот ругозы, относится ко всем гибридам розы-ругозы, правильно? На самом деле это относится даже ко всем, в общем-то, ремонтантным розам, то есть те, которые цветут не один раз за сезон. И их обрезка всегда отличается от обрезки тех наших шиповников, либо их гибридов, которые цветут однократно. Ну, например, такие как галлики, либо спинозимы и так далее. Все, которые цветут не один раз, повторно, их имеет смысл обрезать так, как мы сейчас будем показывать. Конечно, с ругозами это чуть полегче, потому что они лучше зимуют. И вот если вы обратили внимание, этот куст перезимовал отлично весь до макушек. Это шникоп, мы его снимали с вами летом. Да. Либо другое название Snow Pavement. Почему она и хороша? Для того, чтобы делать из нее живые изгороди. Ну, вначале что хочется рассказать вообще про обрезку роз. Дело в, именно таких ремонтантов. Дело в том, что побеги у роз живут недолго. Ну, где-то максимум лет 5-6 они. Ну, какие-то есть сорта, может, где дольше живут. Но их такая плодотворная жизнь, да, это буквально года 3. И на 4-й год лучше побег убрать. Почему? Потому что, во-первых, накапливаются заболевания, он может хуже зимовать. Но самое главное, он будет гораздо хуже цвести.
Во-первых, будет очень много уже разных развилок, и в принципе он будет уже более слабый. Поэтому задача при обрезке роз весной — это не только санитарная обрезка, либо обрезка там, для формировки куста, но прежде всего мы с вами убираем те побеги, которые уже отжили свое с нашей точки зрения, да, чтобы они не оттягивали на себя силы. Во-вторых, мы уже опускаем длинные ветки на ту высоту, какая нужна. Если помните, было видео, и я говорила, есть такое правило трех. Да? То есть мы, что это значит? Молодой побег, вот мы тут видим побег, который у нас вырос в прошлом году. Вот этот был побег, базальный, прямо снизу. Это однолетний побег. Да, его мы укоротим на одну треть. А вот такие побеги, которые у нас уже как развилки пошли на более старших побегах, да, двух-трехлетних, мы будем укорачивать где-то на три почки здесь. То есть этот побег на треть укоротим, почему три, а этот будем укорачивать на 3-5 почек здесь. Таким образом мы понизим весь куст, он даст нам более сильные побеги от основания, которые будут заканчиваться более крупными соцветиями. Вот такой нюанс очень важен. Еще во время обрезки мы будем стараться убирать то, что растет вовнутрь куста, либо загущает куст, чтобы все наши побеги, которые будут отрастать, особенно для нас ценны вот такие базальные побеги. И мы всегда должны стремиться, почему мы еще убираем старые ветки, чтобы стимулировать куст, давать вот такие молодые базальные побеги, чтобы постоянно шло его омоложение. Они дают самые лучшие цветения, конечно. То есть их, на них вырастают самые сильные боковушки, которые будут свисти хорошими шапками. Поэтому все питание должно пойти им. Да, да. Поэтому нам нельзя загущать куст. Нам надо, чтобы эти ветки, которые будут отрастать, тоже получали свет. Ну и плюс тут еще такой момент, что поскольку здесь маленький элемент живой изгороди, мы будем стараться делать на одну примерно высоту. Ну потому что все-таки живая изгородь, чтобы когда почки начнут распускаться, это был куст приличной формы, как нам надо, и не низкий, поскольку здесь не важно, чтобы от дороги мы были закрыты. Ну, вот такие небольшие моменты. Вот смотрите. У этого куста, к сожалению, сейчас мне не показать более старые побеги, которые имеет смысл убрать полностью. Мы их покажем на других кустах, которые будем снимать дальше. Обрезать начнем именно с этого края. Нам так легче будет потом добраться до центра. Все-таки растения колючие. И вот берем первый побег. Смотрим почки. Раз, два, три. Хорошие почки. Больше почек к этому побегу я не советую оставлять. А скажите, над почкой сколько вы оставляете? Знаете, я, честно говоря, не сильно церемонюсь. Мне важно не эту почку... Не потерять, я понял. Не порезать, да. Поэтому можно чуть выше. Почему даже это можно? Потому что, на самом деле, вот этот побег на следующий год будет убираться под корень. Ага. Поэтому я считаю, что с ругозами там очень бояться не стоит. Ничего с ними не происходит. Ну, где-то 0,5 сантиметра. Да, ну можно даже еще покороче. Главное, не эту почку не порезать. Повредить. Да. Ну вот так можно. Это, конечно, лучше, да. Будет. И срез надо делать прямой или косой? Знаете, лучше сделать чуть под уклон. Почему? Потому что ну, в данном моменте это не так важно, да, а в принципе, чтобы вода стекала вниз, да, чтобы на этих срезах не стояла вода. Поэтому, когда побег вертикально торчит, его делаешь немножечко под углом. Когда он горизонтально, ну, немножко, можно по прямой. Да, не сильный косой срез, да, а чуть под углом. А когда режешь вот так, вот, то, ну, боковой побег, то можно срезать его и горизонтально. Чем меньше срез, тем меньше инфекции, естественно, будет туда попадать. Такой важный момент для новичков. Растения колючие. Когда ветка засыхает, она становится очень колючей. Если мы будем бросать куда угодно и не убирать, и потом одна там останется, прополоть кусты летом будет сложно, больно. Поэтому лучше иметь какую-то пленку, куда вы все это скидываете и потом уже уносите. Так, следующий побег. Вот смотрите, то же самое. Вот у нас хорошая почечка примерно на той же высоте. И плюс мы смотрим, чтобы почки смотрели сюда. Это край куста в эту сторону, да, поэтому я перевожу вот на эту почку, которая смотрит в эту сторону. Хотя там есть еще другие. Может быть, где-то третья будет тут снизу, да, но я беру на эту почку, потому что она смотрит сюда. Она даст ветки вот в этом направлении. Обратите внимание, вот эту ветку я сейчас буду убирать полностью. Сейчас объясню почему. Потому что все-таки большие развилки, мне нужны самые сильные ветки. Каждая ветка может дать 2-3 побега. И если я буду оставлять их очень много, то в итоге все закончится тем, что здесь будет очень много веточек, будет плохо проветриваться, будет плохо освещаться. Нам этого не надо. Нам надо получить сильные боковые побеги. Вот смотрим этот побег. Вот опять же, видите, к вопросу, когда резать. Проснулись верхние почки, все. А внизу все почки практически еще спят. Да? То есть если я буду затягивать с обрезкой, у меня отсюда пойдут побеги. И после того, как я вот так обрежу, да, ну, через неделю проснутся эти. Так, раз, два, три. Ну, вот, соответственно, то же самое с этим побегом. Здесь 4 почки. Раз, два, три, 4.
И все они, получается, примерно одинаковой длины, да? То есть это одновременно и формирующий обрезка. Да, одновременно формирующий, одновременно, вот видите, слабый побег, да еще и сломанный. Убрали его. Вообще не надо стремиться оставлять много, тоже, смотрите, какой слабый, потому что ему было темно. Убрали полностью. Да? А скажите, а вот этот материал можно пускать на размножение черенками? Нет, к сожалению, нет. Увы, вообще ругозы очень плохо черенкуются, тем более одревесневшими черенками. Вот в это время это никак. Поэтому эти побеги сохранять нет надобности. Я все думал, для чего же продаются такие рукавицы в садовых магазинах. Теперь я понял, для чего. Они реально не пропускают, да, шипы? Да, да. Я не сжимаю ветку при этом. Угу. Они могут, кстати, и пропустить, если сжимать. Могут, да? Но я их беру... Потому что, конечно, в обрезке таких роз, мне кажется, самое опасное, да, получить такие занозы, занозы, да, конечно, и проколы. Но обратите внимание, данный сорт, если уж на то пошло, он почти не колючий, да, хотя тоже не хочется. Ничего себе, почти не колючий. А вот дальше мы с вами будем снимать Рита Усму, вот там, да. Скажите, ну инструмент вы чем-то обрабатываете? Специально? Нет, только моем его от сока, потому что, в общем-то, никаких ни разу заболеваний на этих кустарников, которые бы передались с инструмента, мы ни разу не встречали. Так что, конечно, он должен быть чистый, хотя бы для того, чтобы делать более-менее ровный срез. Это да. Но специально его дезинфицировать... Ну, острый, да, и чистый, но без фанатизма. В хлоргексидин его окунуть не надо. Нет, я думаю, что не надо. Вот эту веточку тоже убираю. Видите, они все глубоко в кроне. Вот это тоже будет у нас находиться сейчас. Она тонковата, туда растет, в ту сторону. А мы хотим дать свет вот этим побегам. Поэтому ее я тоже уберу здесь. Совсем? Да, тем более, что она растет вертикально, и дальше, скорее всего, в нее пойдут все соки. А я хочу эти ветки перевести на эту сторону. А вверх мне дадут вот эти. Тут вот я убираю пенек, он уже мертвый. И вот эту веточку я тоже уберу полностью. Она тоненькая, слабенькая, мне она не нравится. Да. Вот теперь мы перешли с вами к молодым побегам. Они сейчас в центре куста. Обычно базальные чаще всего бывают в центре куста. Не обязательно, но его мы с вами опустим, ну, желательно, конечно, на эту же высоту, да, примерно. И можем убрать аж до трети. Ну вот, смотрим. Мне все-таки почему-то вот эта почка сейчас нравится. Но это чисто субъективно. Очень часто бывает, что после обрезки еще раз подходишь и подравниваешь что-то, да. Ну, потому что, когда немножко отходишь, видишь, как бы, да, как будет габитус общий куста. Поэтому лучше вначале повыше обрезать, чем сразу, например, много. Ну, и даже если много, отрежете не смертельно. Вот сейчас я убираю соцветие, которое на нем было в прошлом году. Оно нам, естественно, не нужно. Угу. Да? Вот у нас получается такой срез. Можно было бы обрезать и пониже. Но я не хочу пониже, хочу, чтобы этим веточкам, которые пойдут, сразу было много света. Иначе они не будут получать достаточно солнца. Да, да, да. Ну вот и многие шиповники их просто даже вырезают на пень. Да, да. И... То есть, и, наверное, для ругоз, в принципе, тоже это возможно, если нужно понизить вообще высоту куста. Да, если мы знаем, что этот сорт хорошо отрастает при такой обрезке, не боится ее, и вы не боитесь поэтому рисковать. То, скажем, я думаю, что ПВМ это спокойно это перенесут, как и обычные ругозы. Это немножко другой вариант. То есть в этом варианте получается, что можно в течение 3 лет убирать... Вернее, не в течение 3 лет, а в 3 года их вообще не трогать, да, получается. Потом, ну, где-то самые старые побеги убрать при желании, а потом просто уже снести все опять до низа, и тогда куст все равно будет свести в этот же год, но уже на тех побегах, как вот этот, который вырастает из земли. Да, это действительно возможно, но вы будете в начале такого сезона находиться вообще без кустарника. Ну, кому как нравится. Мне хочется, чтобы как можно быстрее здесь была зеленая стенка. Ну, конечно, это всем хочется, да. Поэтому я его... Обязательно обрезаю. Так, и мы перешли к следующей розе, которая выглядит особенно опасно. Все, за что, собственно, ваши вот эти вот гибриды ругозы не любят, потому что колючки такие, что страшно подступиться к ней. Но мне кажется, что у нее немножечко другой и рост, и будут какие-то особенности. Возможно, с ней надо будет как-то меньше церемониться. Или здесь тоже... Должна быть какая-то довольно-таки. Ну вот по поводу нелюбви к ругозам, как ни странно, этот сорт один из самых популярных. Да? Это я вот, помню. Это та самая Рита Усма, которую мы с вами летом видели, как она обильно цвела. И она пахнет яблоком. Да, листья пахнут яблоком.
Сказать, что здесь что-то принципиально другое нет, но здесь, наверное, более характерны для большинства гибридов ругоса габитус куста. Вот такой более широкие ветки в сторону растут. Да, раскидистые. Здесь, даже несмотря на то, что она в полутени находится. Потому что когда растения растут на солнце, они более приземистые и более шарообразно нарастают. Но что мы здесь с вами можем сейчас сразу показать, это как, не боясь, убираем вот эту старую ветку. Вначале я сейчас сделаю, все-таки оставлю вот эту. Зачистим немножко срез. Да, тут самое главное, мне кажется, соблюдать технику безопасности. Да, кусты очень колючие. Я вам скажу, мне кажется, вообще не женская эта работа обрезать эту вашу ругозу. Да нет, что потому вы. Что, ну, тут надо... Да нет, нет, да? нет. Они таким секатором легко режутся. Можно пилить ножовкой. Ножовкой вообще... можно. Но можно в середине куста, ты просто руками в эти колючки не залезешь. Поэтому иногда приходится так... удобнее этим секатором. Да. Вот смотрите, что у нас осталось, да? Более молодые побеги разных возрастов. Вот возьмем конкретно этот побег. Что с ним хочется сразу сделать? Мы опустим, опять же, до сильных развилок. То есть мы уберем и вот эту ветку, и вот это бывшее соцветие, хорошее, сильное, и останутся у нас только вот эти три. Делать мы это будем вот тут. Убираем вот этот кусочек. А с этими ветками работаем, как обычно, на 3-5 почек. Давайте вот на эту сейчас. Можно не бояться еще такой момент. Вот у нас вот веточка, она вся однолетняя. Просто она за все лето, да, здесь уже цвела дополнительно и дала еще один побег. Поэтому, в принципе, можно даже сделать обрезку вот тут на какую-то почку. Но мы сейчас сделаем, наверное, пока вот на эту. То есть весь прирост прошлого сезона может состоять из двух порядков ветвей, да? Да. Ну, какую сейчас? Давайте пока, может, чуть повыше, потом, может, я чуть опущу ее. У Ритаус мы, в отличие от Пейвамент, конечно, получается более толстые срезы, но для нее она от этого не страдает, конечно, сильно. Ничем не надо их ни обрабатывать, ни замазывать. Никогда не обрабатывали, никогда не замазывали, ничего страшного не происходило. Вот это у нас, смотрите, был однолетний хороший прирост, и я его опускаю где-то, ну, можно на треть, можно чуть меньше, можно чуть выше. То есть я его не режу там, да, а делаю его высоким, он даст нам очень хорошее соцветие. Вот, у нас получилось сейчас с вами уже вот такой куст, да, более открытый, хорошо проветривающийся. Сейчас мы уже будем работать с этими ветками. Правда, вот в этих ветках мне тоже хочется убрать вот этот более толстый, потому что здесь уже куст сам, видите, сам омолаживается, дал очень мощные побеги. Именно эти побеги сейчас у него забирают все силы. Можно... Вот они даже по цвету уже отличаются, да, они правильно? Да. Видно, это что это тоже, они... тоже можно ориентироваться. Если побег конечно. Более темный, значит, наверное, уже он... Единственное, лучше не оставлять, конечно, пеньков, как любая другая обрезка. Ну вот в помощь, мне кажется, секатор с храповым механизмом. Как ни странно. Да. Вот этот секатор китайский, но пока он у меня с храповым механизмом лучше всех. Ну потому что он дает плавный срез. Ольга, пока вы режете, может быть, вы расскажете все-таки, как же утилизировать материалы, которые остаются после обрезки, поскольку бросить их нельзя, они колючие. Черенковать их тоже нельзя, не время. А куда же мне вот эти вот все веточки отправятся у нас? Вот сейчас мы с вами их, к сожалению, на пленку не собираем, да, как мы там посоветовали. Ну, просто уже тут времени мало. Но я пришла к следующему, что я все эти ветки уношу на какой-то дальний кусок участка, либо, если есть место, там, может быть, за забором, там, где они никому не мешают, и они просто там компостируются сами с собой. Потому что это получился такой единственный, ну, либо еще можно их сжечь на золу, конечно, тоже вариант. Ну, сжигать, кто, что да. Больше любит, да. Мы в итоге их компостируем, потому что через пару лет они уже перестают быть колючими и спокойненько также перегнивают, перерабатываются биоты. Дальше вы можете их нести обратно хоть в почву, если есть такое желание, нет проблем. Либо они там же останутся как грунт, как органика, которая из веточек тоже получается очень хорошая. Он нам даст вот сюда веточки, и тут будет тоже... Листики и цветения. Нижний этаж такой, да, чтобы не было голых ног.
А вот это я все-таки уже уберу, потому что у меня есть большое желание подсадить сюда герани на передний план. И обратите внимание, что более старые ветки, они всегда стелятся по земле, вот как вот рядом. Это да. более молодые ветки, они вначале действительно широко разрастаются с годами. Куст начинает нарастать более мощными, более сильными вертикальными побегами. И опять же, вот с этими побегами, у кого какое желание? У меня сейчас желание его убрать полностью, хотя... Ну, это зависит от того, какую форму мы хотим придать кусту. Да, даже иногда специально молодые ветки загибают вниз, пришпиливают именно для того, чтобы куст имел форму шарообразную. Но поскольку я сейчас действительно не очень этого хочу, то я просто показываю, что если бы я хотела, да, я бы оставила бы парочку таких коротких побегов, и они бы мне... Вот это все и дали. Но а если бы я это не хотела, то я эту ветку просто бы вот здесь убирала. Просто мы показываем для зрителей, потому что для кого-то, может быть, это будет актуально. Так тоже можно. Да, так тоже можно. То есть вообще это процесс творческий. То есть мы с вами можем отталкиваться от каких-то одних правил, да, то, что касается там 3-5 почек. Для начала особенно это удобно. Но реально любая обрезка, все-таки это такое дело, что вы должны понимать, какие последствия будут после каждого вашего реза. Это не просто подойти и все укоротить, да? А понимать, как будут расти следующие побеги, что они нам дадут после обрезки, в какую сторону они будут хоть примерно направлены. Ну, то есть фактически мы делаем такую стрижку, как в живой изгороди, да, получается? Ну, в общем, да. То есть... Поскольку они достаточно плотно посажены, надо думать не только об одном кусте, но и... А соседних, получается, да, это, да, знаете, да, как с личным пространством. Да, да, правильно. Это точно. И обратите внимание, в основном идет обрезка со старыми ветвями. То есть мы как бы переводим, это так называется, обрезка с переводом на более молодую древесину. Да? То есть мы пеньки не оставляем, а должны перевести вместе развилки на более молодой побег. Ну а вот эти вот все побеги, которые растут в центре куста, они будут убираться? А сейчас посмотрим. Они довольно такие... Кстати, обратите внимание, какая хорошая зимовка у побега. Полностью зеленые срезы. Ну, у вас вообще все очень здорово. У вас нигде нету вот этого вот грибка. Потому что вот тут срез, видите, какой плохой. Вроде бы и ветка такая зеленая, да, но срез показывает, что вот именно эта ветка перезимовала плохо. Ну, это опять же таки интуиция, да, сработала, потому что это невозможно было определить до того, как вы ее срезали. И по коре смотришь, и даже потому, как легко режется, либо тяжело режется. И растения, видите, даже не успели, вот бутоны не успели отцвести, так и ушли потом. Не смогли даже раскрыть свой цветок из-за холода. Поэтому более продолжительный рост, чем дальше к забору, чем дальше в тень, рост вовремя не закончился. Все процессы, этапы вегетации кусты не могли пройти. Но для нас это с вами не страшно, потому что мы все равно коротко режем. Просто если веточка оказывается плохо перезимовала, значит, обрежется покороче, и ничего с ней страшного не произойдет. Старый побег тоже, на следующий год он будет, скорее всего, полностью удаляться. Ух ты! Поэтому мы, не боясь, сейчас его убираем. То есть наша задача обязательно стимулировать куст на то, чтобы он давал базальные побеги. То есть даже кажется, вот сейчас жалко, но на следующий год просто ничего не будет. Не останется. И останутся пеньки, да. И вообще не бойтесь, ну, конечно, не хочется уж совсем лишку убирать. Я понимаю, мне тоже не хочется лишнего. Но даже если вдруг это произойдет, и вы срежете лишнюю веточку более низко, чем надо, снизу пойдут почки, дадут очень хорошие новые ветви, и они все равно будут цвести в этом году, и куст ваш будет гораздо сильнее. Под самый там, где она растет, да? Да, вот. Да, тем более у меня тут, видите, растет молодой базальный побег, который в прошлом году не смог вырасти. Поздно, видите, стал расти, он подмерзший полностью. И он подмерз. Ничего, вырастет новый. Ничего страшного в этом нет. Я ее обрежу чуть повыше, потому что она и так вот изгибается. И для нее верх будет вот здесь. То есть отсюда пойдет побег, он нам этот куст сюда расширит. Вот, как видите, получились такие, на данный момент, может, корявые, да, кусты. Но поверьте, это буквально сейчас несколько дней, теплая погода, пойдут образ почки, и пойдет очень бурный рост новых красивых побегов. Как видите, вот это выросло из такой же обрезки в прошлом году, да, из них вырастет, думаю, в этом году еще больше. Потому что кусты уже гораздо старше.
Ольга, последний к вам вопрос. Увидел я у вас так называемую снежную плесень, и видел, что очень много у людей вопросов возникает. Вот эта вот страшная паутина, в которой живут страшные пауки, как пишут люди. У меня из-под снега все вышло в белой плесени, в белой паутине. Да. Может, немножечко заодно нам и расскажете нашим зрителям? Ничего в этом абсолютно страшного нет. Это естественные процессы, которые были под снегом, потому что под ним было тепло, и грибные организмы там развиваются отлично. Да, и как только они попадают на воздух, вот как сейчас, если еще тем более не полениться взять грабельку и слегка это поворошить, да, то мы почвообразовательные процессы с вами только ускорим. И уже, как вы видите, ничего не останется. И уже не видно и ничего. И уже на воздухе, да, вот эти все грибы, они уже не могут развиваться. Им нужна высокая влажность, как та, которая была под снегом. Поэтому нет, они совершенно не вредят нашим с вами растениям. Бояться этого не надо. Просто здесь у нас на почве много органики, из-за того, что мы ее всегда оставляем в кустах. Естественно, что им есть на чем развиваться. Но попадая уже в воздушное пространство, да, в более сухой воздух, это все... Ну, это от того, что было очень много снега, да. И там это все развивалось, да, а да. Как только солнышком это все припечет, да. Собственно, и уже... И воздух это все начнет проветривать. И проветрится. Ну, и даже если бы мы с вами, предположим, и оставили бы там, ну, не снег, я имею в виду, а была бы больше влажность здесь такая, ну, они бы уже так не вредили. Но это в теплице был другой процесс, да? Здесь, на почве, это, можно сказать, идет почвообразовательные процессы к тому же. Все, Ольга, спасибо вам огромное за этот мастер-класс. Я надеюсь, что всем нашим зрителям было интересно посмотреть, они получили полезную информацию. Я думаю, что мы показали вот прям все без схем, живьем, в перчатках. Всех напугали. Инструментами, да. Ну, потому что, действительно, розы, ругозы очень перспективные, прекрасные, в озеленении в городском и в садовом. И многие захотели их иметь, но осталось только научиться с ними обращаться, чтобы и себя уберечь, и дать розочке хорошо развиваться. Но я вас хотел бы еще попросить рассказать нам немножечко и про весеннюю обрезку гортензий в следующем ролике. Давайте. Все, с вами был канал Европлант Лайф. Смотрите нас. Всего доброго.